На Сицилии готовят к закрытию крупный лагерь для беженцев Караминео. Здесь живут более 1200 мигрантов. Первую партию из 50 человек уже вывезли из лагеря. Их перевезут в небольшие центры в сицилийских городах Сиракуза, Трапани и Рагуза. Мы планируем до конца февраля вывести 150 человек. Это означает, что потребуется 4 или 5 месяцев на то, чтобы освободить лагерь. Центр закрывают в связи с ужесточением миграционного законодательства. Оно было принято осенью прошлого года. Автором документа стал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Согласно новым правилам, страна по-прежнему будет предоставлять убежище тем, кто спасается от войны или политических репрессий. Также будут рассматриваться особые случаи. Однако мигрантов, которые бегут из-за плохих экономических условий, ждет депортация. По мнению итальянского правительства, помогать решать экономические проблемы нужно на местах. Кроме того, нельзя давать возможность преступным группировкам зарабатывать на нелегальной перевозке людей. В связи с новыми правилами станет намного труднее продлить действующий вид на жительство, выданный по гуманитарным причинам. Мигрантов, совершивших преступления, также будут лишать вида на жительство. В основном это коснется тех, кого обвинили в терроризме. В середине прошлого года Италия начала ограничивать въезд нелегальных мигрантов. Благодаря этому их приток уменьшился на 80%.